Пачанга, друзья! Мы находимся в Стокгольме. Да, здесь столько людей, я не знаю, что тут происходит в этом городе, но больше всего меня удивляет, что здесь не так холодно. Только что прибыли из этого, с Кипра. Вот, на Кипре, естественно, ужаснейшая жара стоит, просто сумасшедшая, безумная. Здесь же жара тоже стоит, но такая нормальная жара, то есть легко дышится, легко идется и как-то приятно находиться. Вот такие вот дела. Значит, Кипр покинули, перебрались в Стокгольм, и буду вам показывать новые интересные вещи. Во-первых, ну, адвоката моего уже видели, с ним у меня тоже будет встреча. Потом вам покажу песни, которые будет Натали записывать для этого, для Евровидения. Вот, на студии тоже, я надеюсь, все вам это даст Бог, покажу. Потом что еще покажу? Потом, ну, естественно, я вам Стокгольм покажу, город. А, видеоклип еще должны, но это пока неизвестно. В общем, будем встречаться с людьми, которые, может, будут делать, может, не будут делать. Одним словом, тоже, да, такая тематика есть. И Швецию покажу, прекрасную страну, и город этот покажу. Вот, это такая маленькая у меня новость. На самом деле, у меня сейчас батарейка садится. Камера у меня, как вы уже поняли, наверное, из предыдущих видео сломалась, как вы знаете. Поэтому буду записывать на телефон. Если получится, сделаю камеру. Не знаю, действует здесь эта гарантия, которая у нас в Испании была. Посмотрим, еврогарантия как бы должна действовать. Если будет действовать, тоже покажу, как сделали и будет ли камера нормально работать. Пока же буду снимать на вот этот телефон. Что, пока выключаю, всем привет. И также, если кто-то есть в Швеции, в Стокгольме, пишите, звоните, надоедайте. Ну, точнее, звонить не надо, некуда звонить, пишите. Вот, можем встретиться и там уже разберемся. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, в солнечную Калифорнию.